Давай. Но меня невозможно выиграть, вот такая хуйня есть. До трех побед? Да, одной, конечно. Давай. Суефа, суефа. Чего смерть? Не гони. Я не понял, почему ты это придумал вообще. Да, интересно мне. Нет. Блин, добра. Ладно, девчонки, вот вам суперприз. Ты охуел? О, что? Блин, блядь, не бери. Это что? Мы за ЗОЖ. А, это... Бля. Это улитки, да. Ну, серьезно. Это улитки. Какой класс. Мили улитки. Из Таиланда. Да. Ебать. Это я вот был в Таиланде на роли Клауди. Непристойные вещества. Понятно. Sorry. А вам лет сколько? А? Вам лет сколько? Мне 17. Ну и правильно, не надо. А тебе сколько? Или не раскрываешь личность? Не раскрываю личность. Правильно делаешь. Я считаю, нам надо отдать 18. Приз более достойным победителям. Правильно, спасибо. Я на самом деле хотел вас забрать, потому что это он мне подарил. Мне просто нечего было дарить. Хороший подарок. Ладно. Я расстроился, на самом деле. Мы у вас не занимаем время? Да не. Все тут искать. Я смею сря, брат. Я прям застроился. Ладно, Эль, у меня для тебя тоже подарок. Я сейчас все это... О, кстати, ты сейчас стримишь, все, переход. Все, сейчас, погоди. Все. Забыл, что ли? Да, что-то забыл, блядь. Я не знаю. О! Не... У меня просто друг очень стеснительный, он не может иногда девочке, да и привет сказать. О, просто... блин, спасибо большое. Я решил книгу подарить. Как разговаривать, когда и с кем, с людьми. Ну вот такая проблема. Спасибо большое, брат. Да, да, не за что вообще. Спасибо. Не за что. Так. А вы девчонки в 11-м? Я вот в 11-м сейчас. Ну, старшеклассник получается, образцовый, из Америки. Американец, типа. Блин, прикольная книжка, спасибо. Да, вообще. Че, я сяду сюда? Я просто немножко снимаюсь. Так, первая глава. Да не, я бы не читал на твоем месте, на самом деле, сейчас. Для начала надо избавиться от двух друзей-долбоебов. Вот. Так. Потом аккуратно сесть на колени к девушке, взять ее за руку, начать лизывать языком каждый сантиметр. Хуйня какая-то, Ро подарил что-то. Не странная книга, но реально. Что-то какая-то... Что-то да. Ты ладно, что ли? Можно я телефон на секунду? Держи. Твой. Чё? А. Я так угораю с того, как, типа, мы подошли к ним и просто рядом стоим. Это пиздец и кринж. Это вот именно самый топ кринж, который вот не надо делать именно, когда ты подходишь к людям, типа, вот так, это пиздец хуйня какая-то. Да-да, брат, что не так? А. Как будешь готов, скажи. Даша. Ебать, почему он так на уже буду похож? Пиздец, смотрите. Готов. Пиздец, за уже буду вот так именно. Пиздец, один в один. Знакомьтесь, Иван Орехьев. Встречаться с девушками начал с 7 лет. Первый поцелуй вспоминает как удачный опыт. Мол, разыграли даже свадьбу с подружкой. И сегодня он поделится парой пикап-советов. Итак, перво-наперво оглянитесь вокруг. Заметьте, кто смотрит на вас. Может быть, девушка уже и сама заинтересована. Совет второй. Чтобы девушка вас заметила, необходимо отличиться. Выделить себя из всех. Например, угостить ее. Девушка, здравствуйте. Можно, пожалуйста, чашку чая? Я прекрасно дам. Чашечка чая молодого человека за вторым столиком. Ой, спасибо, так неожиданно и приятно. Очень приятно. Совет третий. Не мяться, не выжидать. У железа пока горячо. Здравствуйте, девушка. Вы знакомы? Думаю, нет. Нет, но все-таки мы где-то виделись. По-моему, в магазине. Девушка, а что вы сегодня? По-моему, пошла они, блядь. Ну ладно, дальше хуйня какая-то пошла. Да!
Ой. Нахуй ты так далеко сидишь? Можно вопрос? Мало мюзик? Не, мне старый рэп. О, старый рэп. Ой. У меня тоже есть один трек. Какой? Мало мюзик. Ну ты звук вырубал, да? Нет. Ну ты уёба. А Шайни знаете? Знаем. А? Знаем, очень любим и обожаем. Что? Что? Бро. Топ-10 хуёвых подходов к девушкам. Номер один. Первый был самым. Братан, это очень плохо. Все получится.